Всем привет. И я опять играю в растения против зомби. Да. Вот у меня тут захотели пить. Цветочки. Поливаем. Не все? Нет, не все. Кстати, на этот раз я не буду там играть в какие-то мини-игры, потому что это, наверное, скучно. И прошлое мое видео набрало, наверное, ну... Ничего себе, машину гоняет. Набрало максимум 10-9 просмотров. И только один лайк, наверное. И сейчас... Я буду не в мини-игры играть, а проходить босса. Да-да, вы не ослышались, финального босса. Финального босса. Тут мне пока что надо что-то сейчас собрать. Я вот... Ладно, я продолжу, когда я уже буду... Начинать бить боссом, типа играть. Что ж, я перебрался в тихое место. Уж там сверчки эти мешают. Итак, вот он босс. Босс. Я его уже один раз проходил. Но для вас я пройду его... Что у меня с голосом? Я пройду его еще раз. Вот он. Погнали. Давай, давай. Давай, давай. Хило, хило. Так, вот эти вот перец замораживалка, это очень хорошая вещь. Фриз, фриз. Кукурузометчик. Рубузометчик. Перец. Чили. Так. Ну, не знаю даже, как это комментировать так правильно. Тут только один арбузометчик. Это пля... Опа-на. Застыл. Блин, не застыл. Мочите, мочите. Фриз поможет. Тебя может убить его. Что-то бесит уже. Ну так, кстати, вот его жизнь, вот тут наверху. Вот он, вот он. И, наверное, это видео тоже будет скучным. Оно, как всегда, наберет очень мало просмотров, очень мало лайков и так далее. Ну, мне это не важно, потому что мне важны только мои подписчики и... Всё. Нет. Шет! Бейте его. Мочите его. Ну, Чёрт! Нет! Ну, ты... Что ты издеваешься? Он мою газонокосилку сожрал. А ты... Паразит такой. Ненавижу их, ненавижу, ненавижу, ненавижу. Что мне сейчас делать? Опять ничего не было. Все по нулю, все по нулю, понимаете, понимаете? Это слово все по нулю. Нет, у меня ничего не, у меня фриза нету. Да ты издева, да.
Е, хорошо, что зафризили его. Это плохо. Это плохо. Это очень плохо. Вас, наверное, раздражает мой голос. Но мне он нравится. Фриз, давай. Лед, 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 лед. Пожалуйста, ты уже огонь много распускал. Е. Да застынь ты, мой. Достал уже. То, что вы воруете мою кукурузу, это ничего не значит, то, что все будет нормально. Стоп, что? Да заморозь ты, мой. Огонь, пожалуйста. Мне кажется, что я тут уже проиграю и... Лед. Есть. Давайте бейте его, осталось много, очень много. Да ты... Мой арбуз! Они хотят своровать его. Так, все. Заморозку и... Или как я его называю, фриза. И перс не трогаем. А, перс... А, все. Здесь. И заморозься. Так, чуть больше половины осталось. Ты позри... Вы посмотрите, как это сейчас хорошо идет. Мне кажется, я сейчас быстро пройду. Так, заморозься. Потом еще раз заморозься. Мне нравится. Потом еще раз заморозься. Ах ты ж, блядь. Ну да. Что? Что это сейчас было? Ты что, вообще, что ли, страх потерял? Ты откуда вообще машину взял? Так. Если он еще раз нагнется, то это будет... Если будет как там. Монстр. Так. То, что я заметил, у меня нету ни льда, ни огня. То, что он уже сейчас... А, вот огонь есть. Лед, пожалуйста. Ать ты молодец. Слушай, мы так не договаривались. Так, осталось еще чуть-чуть. Кстати, он не укрался. Он украл жалкую половину. Исчезни. Ну так. Мне кажется, я только начал играть. Лед. Если будет огонь, то ты знаешь, что будет. Ой-ой-ой. Ну все, я его победил. А что он там взорвался у него? Давай, еще чуть-чуть. Нет! Не успел. Я думаю, то, что у меня памяти хотя бы хватит. Потому что если не хватит памяти, то извините уж. Нагнись, пожалуйста, еще раз нагнись. Умоляю, как друга тебя прошу. Я тебе дам.
Нагнись, нагнись, нагнись. Я не хочу. Я хочу, чтобы было целое видео, потому что. Ну блин. Видео так просто оборвется и все. И его не увидишь, что было дальше. Так что я тебя прошу по-дружески. Память, не выключайся. А ты нагнись уже, достал. Цаца какая. Наконец-то. Вы наконец-то увидите, что было дальше. Ну вот все. Все. Ну все, я, наверное, буду уже побыстрее заканчивать, потому что я боюсь, что закончится память и. И все. Ладно. Всем пока. Кому понравилось, ставьте лайки. Пишите комментарии. И, кстати, напишите в комментариях, в какую игру мне дальше поиграть. И все, я на этом прощаюсь. Всем пока.